Самое главное, что выиграли 1-0. Это радует. Перед игрой в Сочи можно от этого отталкиваться. Ну, в принципе, игра, как игры, такого не получилось, была борьба. Вот, поле было не очень хорошего качества. Вот, ну, нам повезло, мы забили гол и выиграли. И не позволили, я считаю, там, за исключением там, пару моментов, не позволили соперникам создать проблему наших ворот. Ну, мы отрабатываем как бы на тренировках стандарты, вот, и нам рассказывают и показывают, куда бежать. И старался просто это воплотить в реальность. Ну, побежал, подали хорошую подачу, ударил головой, там, вратарь не зафиксировал мяч и хорошо добил. Ну, я считаю, то, что сегодня как бы сыграли очень хорошо, создали, я думаю, больше моментов, чем соперник. Вот. Но я как вот только пришел в команду, думаю, немножко пока не хватает какой-то сыгранности, только 3 дня, 2 даже с ребятами потренировался, поэтому я думаю, сейчас немножко со временем уже дальше привыкнем друг к другу. Даже сейчас, даже после игры уже с ребятами так пообщались, где-то что-то так, где-то так, я думаю, сейчас еще главный тренер нас немножко поправит, поэтому я думаю, как бы, ну, сегодня, я считаю, как бы, ну, в целом, как бы, сыграли хорошо и выиграли, я считаю, по делу. Хотя еще сколько моментов, да, мы не забили. Ну, будем работать над этим, есть над чем работать. Хорошо, мы вышли из обороны в атаку, поймали соперника, да, там Макс Обозный хорошо так отдал мне, как бы, ну да, я немножко не использовал этот свой момент, хотел, думал, перекинуть, думал, вратарь будет ложиться, а он немножко руку оставил, получилось то, что как бы ему попало как бы в руку. Вот. Ну, я этот момент, естественно, я посмотрю, как бы сделал определенный вывод и как бы постараюсь в следующих играх забивать такие голы, потому что надо такие, надо забивать.